Я вам рассказывал о волшебной закваске, которой я поливал огурцы, кабачки. Скоро зима, в бочке набралась вода дождями, и оставлять ее в бочке нельзя. Но это потрясающе ценное сырье для полива компоста и наших грядок в мешках. Вот у меня остался раствор Байкала М1. Я его делаю каждый год обязательно. Сейчас я его вылью, тщательно размешаю, и мы польем наш огород. Приблизительно середины лета я постепенно заполнял свой компостный мешок из сетки и геотекстиля. Посмотрите, как классно он работает. Сейчас осень, можно сказать, середина октября, а компост практически уже созрел. Вот сегодня, как я и говорил, полью остатками закваски с раствором Байкал М1 с микроорганизмами и уже закрою его на зиму. Сейчас это сделаю, вам покажу. Ну вот, компостер пролит остатками закваски. Можно его закрывать на зиму. Чтобы компост вызревал быстрее, я предусматривал нахлёст геотекстиля. Ну вот, я им и закрыл. Компост будет все равно преть. Геотекстиль имеет два слоя, верхний и нижний, и работает как мембрана. То есть вот эти осенние дожди будут компост еще смачивать, а вот влага из него будет испаряться медленно. Весной покажу, какой получится шикарный компост. Мешки под картошку в этом году отработали на славу. И так же, как и остальные свои мешки-клумбы или грядки, я подготовил к зиме. Перекопал землю, добавил перепревшего навоза и укрыл преющей травой. Там и так было достаточно червячков, которые пришли из земли, но к весне их будет еще больше. И земля даст нам опять отличный урожай. Меня спрашивали, что я делаю с землей в капустной грядке, которая тоже замечательно в этом году отработала. Эту землю повторно я не использую. Я ее всю положу в мою компостную грядку. Сейчас я вам ее покажу. А в следующем году капустные мешки заполню свежей землей с компостом. Я уже рассказывал, что всю ботву, огуречную, помидорную, от свеклы, в общем, всю ботву осенью я складывал вот в такую компостную кучу, огороженную сеткой рабицы и обмотанную стрейчем. С ней я церемониться не стал, все это сделал без геотекстиля. Но постепенно ботву пересыпаю землей. В том числе и из капустной грядки земля сейчас пойдет сюда, сверху. А весной посадим сюда кабачки или тыквы. Будет шикарная, высокая, теплая грядка. Землю из капустных мешков выбираю не до конца. Немного на дне оставляю. И в принципе эти мешки с подиума на зиму никуда не убираю. Ветром их не унесет. А заодно в них будет скапливаться снег. Потом будет талая влага.
Посмотрите, насколько надежны емкости и сетки. Даже обернул стретчем, вроде тоненькая пленка, а держит вот такой объем земли, которую я засыпал поверх ботвы. Ну вот, этот компостер готов к зиме. Мой огуречный парничок к зиме практически готовить не буду никак. Всю ботву отработанную я убрал. Земля в мешках внутри зимой высохнет, потому что все равно когда-то будет солнце, вот как сейчас осенью. Вот. А весной заполню мешки последним снегом, чтобы они пропитались влагой. И будем их готовить под огурцы. Но единственное, обязательно, конечно, надо будет в парнике стены помыть. Но это можно сделать и весной. У меня здесь зреет еще блок с вешенкой. Похоже, в этом году урожая не увижу. На моем грибном огородике, в моем лесу дачном, последние урожаи, похоже, вешенки. Вот, она до сих пор продолжает дарить мне грибочки. Уже не так много, но такие славные. Практически во всех мешках. Вот так вот. Работы по подготовке огорода в мешках к зиме практически закончились. Осталось навести порядок в клубничных грядках. И можно потихонечку ремонтировать мой домик-пряник, в частности, крыльцо. Если мой ролик вам понравился и был полезным, поднимайте палец вверх. И подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Спасибо за просмотр и до новых встреч!